Классическая зима с холодами и снегом радует горожан уже несколько недель. Но что одним в радость, для других – дополнительная работа. Ежедневно с 4 утра и до позднего вечера в городе работают коммунальщики. В помощь им и техника, задача которой – очищать от сугробов автомобильные и пешеходные дороги, а также вывозить тонны снега за пределы города. Для этого ежедневно в городе работает не менее 13 единиц техники. Но эффективность уборки зависит не только от работников коммунальных служб. Во дворах не получается все вычистить снег качественно из-за того, что автомобили стоят на дорогах и приходится все вручную убирать. Просьба к водителям и жильцам домов оставлять машины на парковочных местах или в данные погодные условия воздержаться от поездок. Бороться со стихией коммунальным службам придется как минимум до конца этой недели. В Смоленской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие выходные. Ожидается сильный снег с порывами ветра до 20 метров в секунду со стабильно низкой температурой воздуха, а прирост высоты снежного покрова составит 25-40 сантиметров.